Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, получил посылочку, вот такую вот, от человека из, если не ошибаюсь, Калуги. Вот, город есть такой. Жуть как распирает любопытство. Вот, хочется сюда заглянуть. Ролик пилить не хотел, потому что, ну, как бы она будет на очереди. Сцепление там, сцепление здесь. Все это нужно в ближайшие день-два собрать и отправить. Они уже наточены, готовы. Только собирай, чисти, краси и отправляй. Там еще мосты. Ну, блин, как хочется сюда заглянуть. Вы не представляете. Так, чтобы вы понимали, о чем пойдет сейчас речь. Вот здесь будет вставочка. Такая вот от человека, приславшего видосик мне в личку. Ладно, харе-ля-ля, пока вы смотрите, я ее распечатаю. Так, здравствуй. А голос есть, да? Угу. Здравствуй, Саш. Вот у меня такая проблема. Трактор я покупал. Это не мое изобретение, я здесь ничего не понимаю. Случилось то, что, я так понял, маховик расточен под шкив. Был расточен без ручеев. Один ручей. Но два ремня стояло, профиль А. Он выработался со временем, и началась у меня проблема. Я поставил еще новые ремни. Вот были ремни. Это уже вторые ремни, они не выдержали нагрузки, потому что здесь начались всякие выработки, всякие сбои. Ну, тебе, наверное, видно. И вот что я хочу. Хочу я сделать вместо этого шкива твое сцепление. Но у меня проблема. Я не понимаю. Здесь же приварен шрус, граната. От восьмерки или девятки. Вот. Сцепление у меня есть. Стояло сцепление вот такое. Как ты говоришь, с дырочкой, оно не с дырочкой. Значит, это не от восьмерки, а от копейки. По твоему методу этому соображению. По твоей подсказке, я так понял. Вот он диск. И что у меня было? Как было собрано? Вот на плита. Тут стоит, я так понимаю, ступица. Ступица переднеприводной. Восьмерки или девятки, или десятки. И вот что у меня было. Значит, вот это маховик. Здесь стоит подшипник, чтобы первичный вал коробки не упирался. И вот это заходило вот так. Ну, там, соответственно, еще была шайба здесь подкладная, чтобы не терлась об плиту. Сейчас. Сюда еще шайба, ну, 2 миллиметра садилась, чтобы не терлась вот этой боком об бок плиты. Вот так она садилась. И вот это все прикручивалось. И садилось на первичный вал коробки, и плитой все это было закрыто, прикручено. А в колоколе были отверстия, откуда идут ремни, и на мотор. И вот так все это было. А почему? Вот здесь было дополнительная штука такая, которая тоже со шлицами
И можно работу как вал отбор мощности, но я им еще не пользовался. Туда также гранату можно было всунуть, и уже тогда мути какой-нибудь узел крутящий, там, или косилку, или масилку. Я ничего этого не пробовал и не делал. Вот у меня такая проблема. Как ты мне сможешь в этом помочь? Итак, друзья, посылочка распечатана, и сейчас детально можно всю эту конструкцию посмотреть. Меня интересует больше, вот по большей части, только маховик. Плита, ну плита она делается индивидуально, здесь никаких проблем. Металл где-то шестерка, ну, свои крепления, понятное дело, но тем не менее. Меня интересует маховик, где крепится корзина, да, и все остальные, да, эти дела. Вот. Кто делал, мне неизвестно. Человек, как поясняет видео, приобрел тракторук, а здесь стояла вот такая вот интересная конструкция. Вот. Ну, здесь кто на что гораст. Вот. Судя по всему, это на первый взгляд делалось при помощи сварка, болгарка, дриль. Как и все мы любим это делать, никаких проблем, претензий к этому нет. Здесь, ну, как получилось, так и получилось. Само просто вот по себе, друзья, ну, блин, одной рукой неудобно, сейчас достану, поставлю на паузу. Слова кончились. Сейчас подберу слова и включусь. Вот, друзья, достал. Такой тяжеленький, увесистый маховичок. Вот. Само исполнение. Что хотел сказать? Само исполнение. Значит, самое простецкое. Граната обрезана. Шрус по-научному, потому что сейчас найдутся литературные критики, начнут цепляться. В общем, шрус обрезан и вварен в маховик. Маховик, друзья, судя по всему, по креплениям, да, болтов, это шестерочный. Девяточный, он у него крепление, точнее, крепление болтов, да, крепление корзины чуть поглубже, там поинтереснее. Это обычный шестерочный, друзья, маховик. Варено даже, судя по всему, через вот эти крепежные отверстия. Граната также прихвачена. Ну, плюс с той стороны. Не знаю, почему так решили. Немножечко не по-другому. Ну, опять слова кончились. Сейчас найдем. Во, создателю данного экземпляра показалось так удобнее и проще. Ну, вопросов нет. Дальше. Маховичок выполнен вот таким вот образом. Сделаны ручьи под два ремня профиля А. Классные, шикарные ручьи. Вот. Им еще ходить и ходить. Здесь снаружи наварено просто, не знаю, кусок металла, либо полоса, либо арматура. Вот здесь вот стык. Потом это все дело. Скорее всего, это кусок арматуры. Ну, не арматуры, а проволоки, да. Возможно, на мой взгляд, это проволока. А может, и не проволока. Может, это лист металла, не знаю. Вот, точечно прихвачено. Так, чтобы не повело никуда. Вот. И это все дело вот как-то ремни рвутся. Не знаю, почему рвутся. Ну, не должны, по идее. Ну, вроде ладенько, все четко. Сварка сбита. Не должны ремни рваться. Почему не рвутся? Вот. Как-то так. В общем, человек попросил все это дело переделать, исправить. Здесь колечко я не наблюдаю. Того, которое видео. Ладно, с этим. Вот это вот самое больше интересно. Здесь как-то попроще. Здесь просто
Варина ступица. Вот. Я не знаю, передняя привод. Да, передняя. Все обрезано. Вот оно сюда, сюда. Здесь обойма. В нее вставлено, потом еще проварено. Ну, короче, капитально. Только не пойму, вот это зачем. Удлинялось. Это удлинялось. А зачем? Такая глубокая посадка. Неизвестно. Не могу ничего, друзья, сказать по этому поводу. Ну, что-нибудь придумаем. В общем, видос о чем? Вот жуть, как было интересно заглянуть вот на вот это все. Кто-то меня сейчас там начнет там ругать, возможно, скажет: Саня, да ты вообще там, блин, люди делали, старались. Да ради бога, ну, делайте как хотите, если вы делаете для себя, если вы делаете на продажу технику, ну, извините меня. Почему кто-то должен мучиться? Почему? Непонятно. Вот такие вот, друзья, ну и пишите комментарии. Ну, елки-палки. Ну, вам что, жалко, что ли? Я не знаю. Ну, там, лайкосик, там, дизлайк, там. Вот тут просто задизлайкайте, скажите, блин. Напишите, что там, капец. Капец ты дотошный. Ну, я такой. Все, друзья, всем пока. С вами был Санек. Кому интересно, ждем продолжения.